Накануне прошла финальная игра. На дорожке Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта сошлись первый и второй состав сборной Краснодарского края. Других соперников у наших кёрлингистов нет, так как этот вид спорта развивается только в Сочи. Кстати, некоторые из игроков участвовали в недавно прошедшем Кубке России и впервые показали высокий результат. В первом составе юниоров у нас сейчас играют трое спортсменов, кто на последних соревнованиях на Кубке России занял призовое место. Это первое место. Мы очень гордимся этим результатом, потому что для наших ребят это самый высокий результат на данный момент. У нас были третьи места, но первого для них пока еще не было, поэтому они выиграли эти соревнования, они могут подавать документы на мастера спорта. Но, к сожалению, ребятам не исполнилось еще 16 лет, поэтому придется еще раз завоевывать первое место, чтобы получить мастера спорта. Альберт Топчан – один из тех игроков, который был в составе команды победителя. Кёрлингом он занимается 6-й год и уже кандидат в мастера спорта. На финальный поединок был настроен решительно, но в итоге победу отдали соперникам. Игра завершилась на 6-м энде со счетом 11-2. Игра шла как-то не очень результативно, потому что я там пробрасывал, не добрасывал, очень много ошибок. И я думаю, мы сейчас закроемся, потому что уже счет явно проигрышный. Надо больше сплоченности и результативности. Скорее всего, они были лучше настроены на игру, и мы брали по одному, потому что там было необходимо это брать. Если бы мы не брали, то мы бы отдали еще там 3-2, может, даже больше. Следующее первенство пройдет в феврале. Турнир будет отборочным на Кубок России, где у спортсменов есть шанс повторить свой успех. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.